В Анапу впервые этим летом прибыла выставка-ярмарка самоцветов. И впервые в этом году она разместилась на территории морского порта. Привозим, как правило, что-то очень эксклюзивное. Коллекция обновляется каждый год. Это, как правило, нечто новое. Есть определенные тенденции в ювелирной моде, которые мы стараемся следовать. Ну и у нас очень много ювелирных украшений с натуральными камнями. Самое главное отличие выставки от магазинов в том, что здесь представлены работы индивидуалов. Самоцветы, поделочные камни всегда привлекали внимание людей. Украшения с камнями – прекрасный подарок, который будет напоминать о приятных минутах, проведенных у моря. Подарки могут быть не только как ваши личные украшения, но и для интерьера. Например, письменного стола – нефритовый нож-попугайчик или ручка с стальным узором. Множество изделий ручной работы – эксклюзивные вещи, которые вы не встретите в мире в двух экземплярах. Такого хрустального шара с золотыми пластинами на дне кольца не будет ни у кого, кроме вас. Впервые на выставке изделия из металла, пояса, колье, серьги с этнос-рисунком, которые ювелиры выполнили с необычайной точностью и соблюдением исторических данных греческой мифологии, узоров древних украшений народов юга России и центра Украины. Выставка порадует любительниц яркой модной бижутерии и оригинальных вещиц. Коллекционеры не пройдут мимо минералов и образцов горных пород, представленных здесь. Более 50 ювелиров и ювелирных фирм привезли чарующие красоты изделия, какие вы не найдете на прилавках магазинов. Специалисты помогут вам подобрать украшения так, что они подчеркнут вашу индивидуальность и привлекательность, станут любимым украшением и оберегом. Кстати, если вы хотите проверить подлинность и ценность ранее приобретенного где-либо украшения, несите его на выставку. Вам поможет эксперт-гемолог. А также здесь почистят специальным составом поблекшие украшения. Выставка-ярмарка продлится до 13 июля.